Партнер проекта – лаборатория «Медлабэкспресс». «Медлабэкспресс» – правильная лаборатория, правильный диагноз. У многих родителей в преддверии новогодних каникул возникает вопрос, чем занять свое чадо, да так, чтобы длинные зимние праздники прошли с пользой для ребенка, а еще весело и интересно. Именно такую возможность представляет детям лагерь «Вектор дружбы». Зимняя смена для ребят от 5 до 18 лет здесь продлится целых 9 дней, с 3 по 11 января. За эти 9 дней произойдет масса всего интересного. На самом деле, чем мы можем смело похвастаться? Тем, что у нас авторские программы. У нас ни одна смена не похожа на другую. Каждая смена прописывается, каждый день уникален. Наверное, за это дети любят этот лагерь, потому что сколько бы они туда ни ездили, никогда ничего не повторяется. Всегда их ждут, на самом деле, вот такие сюрпризы. Я не буду выдавать секреты, потому что, ну что ж, дети едут, пусть это остается подарком. Но на самом деле лагерь рассчитан на интересы самых разных детей. Независимо от того, чем увлечен ваш ребенок, будь то компьютерные игры, танцы, творчество, в лагере «Вектор дружбы» он в первую очередь найдет настоящих друзей. Он окажется в такой доброжелательной атмосфере, что сможет в рамках своих интересов раскрыть себя с новой стороны, удивив самого себя. А помогут в этом необыкновенные кураторы лагеря «Вектор дружбы». Это настолько квалифицированные, настолько неординарные ребята. Все они там победители всероссийских и краевых всяких там состязаний и соревнований. Но самое главное – это команда, постоянная команда организации «Вектор дружбы». И каждый из них – это руководитель какой-то достаточно серьезной проектной линии. Мы знаем про форум добровольчества, мы знаем про кинематографическую студию «Детский взгляд», мы знаем про «Край равных возможностей», про тетрадку дружбы, которую там поддержал наш президент. Так вот, это все кураторы этих программ, они же у нас, в общем, работают в лагере. Опыт у ребят большой, а ответственность очень большая. На самом деле, при знакомстве с лагерем, конечно, больше всего интересны отзывы самих ребят, которые провели здесь уже не одну смену. И то, каким нетерпеливым ожиданием зимних каникул горят их глаза, конечно, говорит о многом. Ну, мне этот лагерь очень нравится. Там можно найти себе множество и каких-то людей помладше тебя, и постарше, и весело очень. Для меня этот лагерь – это место, где я могу открыть себе новые таланты, где с каждым разом, с каждой сменой я меняюсь абсолютно в лучшую сторону. Я могу изменять отношение к людям, меняться изнутри. Пожалуй, добавить здесь нечего. По крайней мере, абсолютно ясно, что поездка в «Вектор дружбы» – это отличный подарок на Новый год. И вернувшись с каникул с новыми впечатлениями, знакомствами и эмоциями, дочь или сын точно скажут вам за это спасибо. We'll be right back.